Ребята, всем привет! Продолжаем проходить Вольфенштейн. Так. Мне нужна ваша помощь. Что здесь надо? Эй, удастся помочь кое с чем? Так, я уже забыл. Задание на Рейд Брудер 1, Рейд Брудер 2, Рейд Брудер 3. Так, персонаж. Сила. Что можно прокачать? Недостаточно. Ой. Извиняюсь. Так, достаточно. Недостаточная способность. Это способность окутанной тайной. Это вообще на 10 уровне только. Так, мышцы. Вы можете брать по одному оружию, не надо. Так. Давай-ка, давай-ка. А вот это? Извиняюсь еще раз. Приболел чуть-чуть. Так. Это мы прокачаем. И вот это мы прокачаем. Так, оружие. Так. Ствольная коробка. Ее прокачаем. И вот это вот прокачаем. Прицелы. Ага, ну мне уже недостаточно. Так. А, здесь переключение идет. Магазин. Дуло. Тоже все по 200. Здесь тоже. О, расцветка. О. Ага, это 200 стоит. Давай вот этот откупим. Так. Что-то я в обучении еще хотел посмотреть. Так, понятно. Вот, попробую по поводу вражеской защиты. У некоторых врагов есть защитный барьер. А, понял. Вот здесь вот патроны показываются одинаковые. И вот здесь вот одинаковые. Типа для этого солдата, если у него вот такие вот значки, то надо вот такие вот патроны использовать. Понял. Так, ладно. Найти Брудер 1. Эй, надо поговорить. Лефи. О, у нас сейчас большие проблемы. Нацисты хотят отравить наши запасы воды и воздух с помощью огромных машин. Многие жители уже заболели. Найдите эти машины в тоннелях под бульваром Победы. И как угодно, уничтожьте их. Пока мы еще живы. Дакор? Так. А, вот телепорт. Вот сейчас я уйду. Так. Есть дело. Иди, я расскажу. Когда генерала Лотара свергли,
Мы создали аванпост сопротивления рядом с четвертой зоной для политзаключенных. На днях с ними пропала связь. Сестры, сходите туда. Узнайте, что случилось. Пожалуйста, я прошу вас. Хорошо. Я так понял. Это доп. Задание. Давайте осмотреть сначала аванпост тогда. В четвертой зоне для политзаключенных перестал выходить на связь. Сходить туда. Так, сделать активным. Вот все. Так, Бульвар Победы. Так, а он там что просил-то? Безмолвный аванпост. В четвертой зоне. В четвертой зоне. О. Так, а первая зона, понятно. Погнали. Когда-то нацистский генерал Лотар Брандт создал тюремные зоны, подобные этой, для политических диссидентов из групп с низкой и средней степенью риска. Это было предупреждение всем, кто думал о мятеже. Сюда ссылали всех, кто сказал хоть одно дурное слово о нацистах. После Парижского восстания многие жители погибли или исчезли. C'est vraiment très, très triste. Так, четвертая зона. Осмотреть аванпост. Так, попробуем поискать аванпост сопротивления. Ясно. Бу-бу-бу-бу. Случайно, извиняюсь. Эй, Джесс, Соф! Вход в каждый из брудеров преграждают башенные ворота. Там очень крутая охрана. Так что, если не хотите рисковать... Советую найти другой путь. Так. Я уже забыл. Перезарядка, следующее оружие, предыдущее, последнее оружие. И я. Прыжок, быстрый приседание использовать. Так. Маскировка. С. Дневник. Так, режим рации. Из правого оружия. Оружие в каждой одной руке. Так, блин. Наклон левый. Режим рации. Так, ладно. Это бросок. Так, а я что-то не помню. Помнишь, папа постоянно говорил о ливнях и грозах. Он как будто сильно боялся. Софи. Что его пугало? Не знаю, Софи. Может, просто боялся промокнуть. Так, осмотреть аванпост. Задание.
Я чую, тут рядом бродят нацисты, Джесс. Сейчас тут бойня начнется, я уже догадываюсь. Все. С разгона, что ли? О, выломал, да. Так, нам сюда. Так, это из другого оружия. Невидимый, что такое? Да. Блин, я вообще не вижу, где он. Что это за фигня? А, это вообще какая-то пушка. Завалили. Да блин, я фиг убьешь. Так, здесь что-нибудь есть? Нет, ничего нету. Ну все, я подлечилась, и мне не терпится в бой. Так, девчата, я наблюдаю слабый сигнал от машины Энигма совсем недалеко от вас. Доберитесь туда, пока нацисты не разнесли аппарат. А, это вот осмотреть, а вам после по пути, типа. Так.
Основное задание — это украсть машину Энигмы. Что это такое? Похоже, это ворота Брудера 2. Ясно. Да. Прежде чем возьмемся за это задание, нам нужно еще потренироваться. Зашибись, сестра. Молодец, сис. Отметила цель. Отсюда вылазить, спускаться. Ай-яй-яй-яй-яй, быстрей! Нужно взорвать этого разрушителя. Блин, зараза, как он так? Сейчас не могу же. А вон надо было на пулемет, наверное, садиться. Как не уничтожишь? Блин, быстрее! Черт, подбили! Выручай, сестра! Я тут подбили, Джесс! Выручай! А нас обоих что ли подбили? Я снова в деле! Меня ранили, Джесс! Нужна твоя помощь! Да ё-моё, блин. Быстрее, быстрее, беги. Я в норме и готова к бою. Сейчас, ты крутая. Отпал. Блин, да как его завалить-то? Так, попробуем поискать аванпост сопротивления. Ясно. Так, он где-то там находится. Рядом могут быть враги. Смотри, Волк. Так, что это мелочь? Мелочь, а приятно. 10-й уровень. Так, надо вот как раз я сейчас аванпост смогу осмотреть. Так, нам типа туда надо будет. А как туда пробраться? А, я понял.
Ты зараза, нифига ты. Так, вроде все зачистили. Отлично. Как откуда? Я подлечилась и готова к бою. Слушайте, девчата. Рядом с вами автомобиль важного человека, которого необходимо устранить. Найдите ее и заминируйте. Удачи, сестры. Интересно, что на кассете? Так. Здорово. Нам типа он туда куда-то надо, чтобы осмотреть аванпост. Прикольная пушка такая. Роботы какие-то непонятные тут висят. Надо. Ага, я понял. Так, а вот здесь вот мы сможем? Нет, не сможем. Через окно, значит. Чистить аванпост от нацистов. Подрессируем собачку. Вот
пистолет, пулемет. Так, еще собака где? Что тут кашкать-то, а? Так. Здесь все чисто. Открывается с другой стороны. Надо наверх. Нам надо наверх. Мы оставили ящик с боеприпасами и продуктами в сарае у выхода из канализации. На нем висячий замок. Попасть туда может только из канализации. Все понятно. Как ты, зараза, подрались. Зараза. Кто-то взорвался. Так, это лестница, это выход вообще. По-моему, никуда. Так. Блин, крутой пистик-то, блин. Так, еще один нацист. Где-то здесь должен быть. Эй, Эбби. Нацисты напали на аванпост в четвертой зоне для политзаключенных. Есть убитые, остальные исчезли. Их, скорее всего, перебросили в центр допросов в маленьком Берлине. Идите туда и узнайте. Так. Пора отправиться в маленький Берлин и проникнуть в центр допросов, куда, скорее всего, доставили пленников. Ладно, это потом мы посмотрим. Сейчас надо заминировать автомобиль. Не пробьем? Нет. Блин, напугало, зараза. Так, нам не сюда. Что-то я уже потерялся, где мы откуда пришли.
Эх ты, эх ты, эх ты. В голову надо попадать. Кто? Дурель опять. Грёбаная турель. Машина заминирована. Молодцы, девчонки. Так. Смотри, центр допросов. Куда спешим? Скоро буду. Надо нам туда как-то пробраться. А, вот здесь что ли? В районах Нового Парижа да есть чем заняться. И чтобы посмотреть на улицы города, много нацистских солдат. В каждый район есть тщательно охраняемые башенные ворота. Вам придется пройти через эти ворота, чтобы добраться до каждого из трех брудеров. Разумеется, в парижских катакомбах есть немало тайных маршрутов, позволяющих обойти сложные препятствия, но их сначала нужно обойти. Понятно. Так. Подожди. Так, нам. Нам еще в другое место надо. Ну, туда показываем. Так, надо дойти. Сейчас добегу, быстренько сбегу туда. Так, кто здесь? Так. Очень мотивирует. Все? Все. Так, нам надо туда пробраться. Нацисты, отбросы общества, Джесс. А чтобы туда пробраться? Я, правда, оттуда же пришел уже. Вон там пройти можно будет. Посмотреть центр допросов, я его походу не смотрел, что ли.
Внимание, сестры! Неподалеку от вас сейчас находится особо важный обер-комендант. Постарайтесь его уничтожить. Так, я что-то не понял. Ладно, пойдем в ту тогда сходим. Обер-комендант какой-то важный появился вдруг. Берешь левых заданий, потом распутываешь, бегаешь, блин. Опа, нифига себе, что за один солдат. С всех сторон окружи. Все, выполнил. Теперь возвращаемся. Кто это шмаляет? Откуда? Намечается собрание недалеко от вас. Проберитесь в конференц-зал и поставьте микрофон на телефонный аппарат. Попробуем добыть какие-то сведения. Ага, понятно. Удачи. Так, все дело происходит в одном городе. Так, туда надо как-то попасть. Как туда попасть? Все, понял. Правда был. Жучок установлен. Молодцы, девчата. Все, все. Сейчас тебя догоню. Давай, давай, догоняй. На метро бежим, к метро. Так, четвертая зона я выполнил.
Пора отправиться в маленький Берлин и проникнуть в центр допросов, куда, скорее всего, доставили пленников. Если наших бойцов там нет, надо поискать зацепки. Берлин, да? Так, это ладно. Вот. Вы в районе под названием Маленький Берлин. Здесь живут коменданты и важные офицеры гестапо. Недавно из-за парижского восстания нацисты вывезли отсюда всех гражданских. Вы берегите себя, ладно? Тут всюду патрули нацистов.